Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать об еще одном классном приложении. Называется оно Widget Locker Lock Screen. Как вы видите, хоть у меня и Galaxy Note 2, но экран разблокировки, по крайней мере вот это разблокировочное кольцо от Android Jelly Bean. Каким образом так получилось? Дело в том, что программа Widget Locker Lock Screen позволяет нам не только выбрать ту разблокировку, которая нам нравится, пусть то будет айфоновская, из оболочки Sense или из головы Android, но также настроить нужные кнопки для быстрого запуска, а также разместить нужные виджеты. Итак, давайте посмотрим, как же этого добиться. Опять же, заходите в Market и устанавливаете приложение Widget Locker Lock Screen. Оно платное, я не помню, сколько оно точно стоило, но не думаю, что вы от этого обеднеете. Итак, установили данное приложение и заходите в его настройки. Я разместил его в папке системные, чтобы иметь быстрый доступ к его настройкам. Итак, вот мы видим наш экран блокировки. Здесь вот мы видим кнопку настроек. Здесь, что хорошо, все полностью на русском языке. Все, в принципе, понятно. Здесь вы можете настроить пробуждение любой кнопкой, пробуждение смартфона. Здесь кнопки и ввод. Все на русском, все понятно. Когда я первый раз столкнулся с этой программой, все было на английском языке. И тут было, конечно, очень сложно разобраться, можно сказать, полнейшие дебри. Здесь вот внешний вид. Здесь вы можете задавать сетку значков, двигая так, как вам надо, и нажав кнопку «Сохранить». Здесь вы выбираете, вращать ли экран при наклоне. Здесь вот интересная функция – это анимация при разблокировке. Я поставил скольжение, такой вот интересный эффект сдвигания при разблокировке экрана. Также там можно задать угасание, увеличение и вообще без анимации. Здесь галка, надо ли размещать подпись ярлыков, скрывать ли панель уведомления или оставить ее видимой. То есть все эти моменты вы можете настраивать точно по своему вкусу. Счетчики непрочитанного, если вам нравится данное, что отображается счетчик полученных смс или пропущенных звонков, то вам надо будет установить еще одно приложение Tesla Unread и включить данную функцию. Далее, поведение. Вот здесь как будет вести себя ваш виджет локер, вибрировать ему, издавать ли ему звуки и прочее. Тут, в принципе, тоже все просто. Здесь тайм-аут экрана. Здесь я ничего не менял, не совсем понимаю, что это значит. Но раз ничего не мешает, значит ничего менять не надо. Всплывающие уведомления. Здесь показывать или не показывать всплывающие уведомления от всяких мессенджеров. То есть, если вы поставите галочку, он может показывать их поверх экрана блокировки. Здесь я тоже, в принципе, ничего не менял. Далее. Ну, здесь сохранение и восстановление настроек. То есть, если вы уже полностью настроили свой виджет локер, можно нажать «Сохранить» и в случае чего восстановиться из этих сохраненных бэкапов. Расширенные настройки. Сюда следует заходить только в том случае, если что-то не так с виджет локером. То есть, если вы, например, пытаетесь разблокировать, а вдруг вылезает там ваш встроенный экран, то сюда следует зайти тут и настроить
Home Helper. То есть, чтобы кнопка... Или, например, когда вы не хотите, чтобы ваш телефон будился вот этой вот кнопкой Home. Тут нужно будет зайти, поставить галочку. Но так как у меня и так ничего не будет, я тут ничего не менял. Единственное, что я поменял, это вот здесь. Я включил Root Helper. Так как у меня телефон рутованный, я могу это сделать. И избавился от такой вот штуки. После того, как быстро нажмешь на кнопку Home, заблокируешь и разблокируешь. Как вы видите, виджет Locker работает комфортно, без каких-либо казусов. Еще что я сделал. На современных смартфонах Samsung появилась такая возможность, как отключение своего локскрина родного. Заходите в настройки экран блокировки. И вот здесь, как вы видите, я выбрал, что экрана блокировки вообще нет. То есть, таким образом, виджет Locker локскрину ничего не мешает работать самостоятельно в качестве основного. Каким образом все это дело настраивать? Вы заходите в настройки виджет Locker локскрин. Вот здесь вот отображается кнопочка настройки, куда я вам заходил недавно. Здесь вы начинаете, получаете возможность двигать виджеты, добавлять их. Здесь вот перечень всех виджетов, что установлены на мой смартфон. То есть любые, которые вы хотите, которые подходят там по вашему стилю, вы можете добавить на экран. Также вот я поставил второй виджет с погодой. Также сам разблокировщик вы тоже можете поменять, выбрать здесь из всевозможных стилей MIUI, Moto, iPhone, Ice Cream Sandwich, Honeycomb и прочее, Sense, Sense старый, Sense новый. То есть, в принципе, на любой вкус и цвет здесь можно выбрать разблокировщик. Также вы можете загрузить некоторые темы, там их великое множество, но туда в дебри я не лез. Итак, после того, как вы все это дело настроили, вы можете опять же удержать палец и вот этой вот штучкой двигать куда вам надо, ниже, выше. То есть все можно настроить буквально тонко-тонко. Поэтому я вот под себя настроил вот такой вот экран. После того, как настроили, выходим и можно пользоваться. Как вы видите, все прекрасно работает. Я могу быстро включить фонарь. Также быстро могу его выключить. Запустить отсюда могу видеокамеру. Запустить быстро фото. Все отлично работает. Я доволен. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.